Ужасное ДТП на подъезде к областному центру. Во вторник днем на трассе М7 под Ивановым столкнулись легковушка и мотоцикл. По неподтвержденной информации, водитель авто поворачивал в неположенном месте, когда в него на полной скорости влетело двухколесное транспортное средство. От удара автомобиль перевернулся. Водитель легковушки погиб на месте ДТП. Его пассажира и мотоциклиста госпитализировали.